Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие вот очаровательные слитки. Вяжутся они несложно, выглядят очень красиво и эффектно. Данные слитки я вязала на размер ножки 38. Но по данному видео вы сможете эти слитки связать на любой размер взрослой ножки. Слитки я вязала из пряжи Alizelon Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 мм. Прежде чем приступать к вязанию таких слитков, давайте разберемся с принципом их вязания. Изначально я набираю 12 петель и далее начинаю вывязывать вот этот вот реглан. И именно длину этого реглана для каждого размера вы вяжете разную. Получается, после того, как я провязала данный реглан, я примеряю его на свою ножку и смотрю, чтобы он хорошо закрывал в растянутом виде мой весь мысочек. Потому что когда свяжутся все слитки, данный реглан не будет в таком растянутом виде, как мы его будем изначально примерять. Далее я вывязываю половину подошвы таким вот интересным узором. И после того набираю все петли по данному реглану и начинаю вывязывать вот эту вот часть поворотными рядами. И вот эта вот часть также вяжется для всех размеров взрослых слитков разная. Получается, смотрите, когда я провяжу вот эту вот часть данных слитков, я также в очень растянутом виде примеряю данную заготовочку на свою ножку. И она должна полностью закрывать стопу вашей ноги. И после того, как мы с вами убедимся, что следок нам хорошо сидит на ножке, мы начинаем вывязывать пяточку. Затем закрываем петли и делаем обязательно обвязку. Обвязка служит как для красоты. Край получается очень ровненький, аккуратный. Но также, если у вас немного широковато вот эта вот часть получилась на вашу ножку, и вы хотите немного потеснить вот этот вот край, тогда обвязкой можно это исправить. Обвязывайте данный следок немножко туже, нежели чем обычно. И следок очень хорошо у вас будет сидеть на ножке. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На спицу я набираю 12 петель. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя петля на протяжении всего вязания, она у нас идет кромочная, провязывается изнаночной петлей. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю и далее обратно вяжем все петли лицевыми, последняя петля изнаночной. Второй ряд у нас идет по лицевой стороне. Далее третий и четвертый ряд также провяжите все петли лицевыми самостоятельно. И после того, как мы с вами провязали вот эти вот 4 ряда, мы будем начинать вывязывать реглан нашего слитка. Реглан слитка состоит из двух рядов в высоту. В ширину это 6 петель. По бокам у меня будут идти по 2 петли, они будут провязываться платочными дорожками. Получается как с одной стороны, так и со второй стороны. Вот эти вот все прибавленные петли, они у нас будут провязываться лицевыми. Давайте приступим к вязанию. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее идут 2 петли, те, которые мы будем провязывать платочными дорожками. Мы их постоянно будем провязывать лицевыми, как в лицевом, так и в изнаночном ряду. Дальше идут 6 петель, это раппорт нашего реглана в ширину. Провязываем 2 изнаночные. Из следующей петли мне надо провязать двойную изнаночную петлю. Ввожу правую спицу в данную петлю, обвиваю спицу 2 раза рабочей ниточкой и провязываю как обычная изнаночная петля.
У нас получается на спице получилось вот таких вот два витка. Если, допустим, у вас вот таким вот образом не получается провязывать данную петлю, можете смотрите, каким образом провязывать ее. Сначала из вот этой вот петли вывязываете одну изнаночную петлю. Петлю с левой спицы не сбрасываем. Придерживаем петлю на правой спице и из этой же петли провязываем вторую изнаночную петлю. У нас также получилось вот два витка на правой спице. Кому как удобнее, так и провязываете. Получается 3 петли реглана мы с вами провязали. 2 обычные и 1 двойная вот такая. Далее вешаю маркер. Сразу после маркера я также должна провязать двойную изнаночную петлю. Ввожу правую спицу в данную петлю. Обвиваю рабочей ниточкой 2 раза. И провязываю как обычная изнаночная петля. Далее провязываю 2 изнаночные петли. Получается 6 петель мы с вами вывязали реглана, 3 петли до маркера и 3 петли после маркера. Вот эти вот 2 петли также мы провязываем, как и в начале, платочными дорожками. Получается 2 лицевые и кромочная постоянно провязывается изнаночной петлей. Приступаем ко второму ряду реглана. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вот эти вот две петли идут, те, которые мы провязываем платочными дорожками. Мы их постоянно провязываем лицевыми. И теперь начинаем вывязывать вот эти вот три петли реглана. Снимаю на правую спицу, не провязывая. Первая петля, вторая. Третья петля снимается также не провязывая, а сбрасывая вот этот один виток. Маркер пока что я сниму. И снимаем на правую спицу также четвертую петлю. Далее с изнаночной стороны подхватываю левой спицей вторую, третью и четвертую петлю. Вот эту вот первую петлю я оставляю. Далее вынимаю вот эту вот правую спицу из всех четырех петель. И подхватываю самую первую нашу петлю. Получается, мы с вами поменяли петли местами. Вот таким вот образом. Далее, вот эту вот первую петлю, которая находится на правой спице, я переношу на левую. И теперь провязываю 1 лицевая. Сразу после длинной нашей петли мы должны вывязать из одной петли 2 лицевые. Сначала за нижнюю правую стеночку я провязываю 1 лицевую петлю. Петлю с левой спицы не сбрасываю. И затем сразу же я провязываю 2 лицевую петлю. После того, как мы вывязали из одной петли 2, петлю с левой спицы сбрасываю. Далее провязываю 1 лицевая, вешаю маркер обратно. И теперь мне нужно поменять местами петли. Снимаю 3 петли на правую спицу. Теперь с лицевой стороны подхватываю третью петлю, считаю вот 1, 2, 3. Все 3 петли с правой спицы снимаю. Подхватываю вот эти вот 2 и 3 петлю. И вот мы, получается, их поменяли местами. Вот эта первая петля перешла на левую спицу. 2 следующие петли перешли на правую спицу. Далее вот эти вот 2 петли я переношу обратно на левую спицу. И теперь провязываем 1 лицевая. Из следующей петли мне надо провязать 2 петли. Сначала, получается, за нижнюю стеночку я провязываю 1 лицевую петлю, затем за верхнюю стеночку 2 лицевую петлю. Дальше у меня вот такая вот длинная петля идет, я ее провязываю лицевой. Смотрите, чтобы вот эти вот длинные петли у вас не получились перекрученные, лежали ровненько, вот таким вот образом. Далее у меня идут 2 петли, это те петли, которые мы провязываем постоянно лицевыми. И последняя кромочная провязывается изнаночной. Смотрите, чтобы вам удобнее было, можете отделить вот эти вот
петли 2 в начале и в конце, также маркерами. Вот таким вот образом. Получается, вот эти вот петли после третьего маркера и перед первым маркером, не считая кромочных петель, мы постоянно будем провязывать лицевыми. Мы с вами вывязали один раппорт данного ригла на высоту. При этом мы с вами добавили 2 петли. И у нас сейчас находится не 12 петель, как мы изначально добавляли, а уже 14. Давайте еще раз с вами провяжем. Получается, у нас идет третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 2 лицевые петли. Перебрасываю маркер. И теперь нам нужно провязать все петли изнаночными, не довязывая одну петлю до маркера. Получается, первая, вторая, третья. Мы с вами провязали 3 изнаночные петли. У нас осталась 1 петля до маркера. И эту петлю мы должны провязать двойной изнаночной петлей. Ввожу правую спицу в петлю, обвиваю рабочей ниточкой спицу 2 раза и провязываю, как обычная изнаночная петля. У нас получилась петля с 2 вот такими вот витками. Маркер перебрасываю и сразу после маркера я также провязываю такую же двойную изнаночную петлю. Далее провязываем до следующего маркера все петли изнаночными. Маркер перебрасываю, далее 2 лицевые и кромочная. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 2 лицевые, маркер. И далее нам нужно провязать все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до маркера. Получается, мы сейчас провяжем только 1 петлю. У нас до маркера остается 3 петли. 1 двойная и 2 обычные. И далее начинаем перекрещивать петли. 4 петли я снимаю, не провязывая на правую спицу, сбрасывая вот эти вот витки. Маркер пока что убираю. Далее с изнаночной стороны подхватываю левой спицей вторую, третью и четвертую петлю. Самую первую петлю мы не подхватываем. Теперь вынимаем из всех 4 петель правую спицу и подхватываем вот эту вот первую петлю. Вот таким вот образом у нас получилось с вами перекрестить петли. Далее вот эту первую петлю я обратно возвращаю на левую спицу. И теперь провязываем вот эту вот длинную петлю одной лицевой, так, чтобы она у нас не получилась перекрученной, лежала ровненько. Далее я провязываю из одной петли 2. Сначала за нижнюю стеночку петли, затем за верхнюю стеночку петли. У нас вывязалось из одной петли 2. Далее 1 лицевая, вешаю маркер наш. И теперь мне надо перекрестить местами 3 следующие петли. Снимаю на правую спицу 1, 2 и 3 петля. Подхватываю левой спицей с лицевой стороны 3 петлю, считаю 1, 2, 3. Правую спицу из всех 3 петель вынимаю и подхватываю вот 2 петлю и 1 петлю. И вот таким вот образом мы с вами перекрестили данные петли. Теперь вот эти вот 2 петли обратно возвращаю на левую спицу. И провязываю 1 лицевая. Из следующей петли мне нужно вывязать 2. За нижнюю стеночку, за верхнюю стеночку. У нас получилось из одной петли вывязано 2 лицевые петли. Вот эту вот длинную петлю я также привязываю лицевой. У нас осталась на спице 1 лицевая, маркер перебрасываем, далее 2 лицевые и кромочная. Пятый ряд, первую кромочную петлю мы снимаем, далее вот эти вот 2 петли мы постоянно провязываем лицевыми. Маркер перебрасываем и далее вяжем все петли изнаночные, не довязывая 1 петлю до маркера. У нас осталась до маркера 1 петля. Из вот этой петли мы должны вывязать двойную изнаночную петлю. Маркер перебрасываем
И сразу после маркера, также из вот этой первой петли, мы должны вывязать двойную изнаночную петлю. Далее провязываем до следующего маркера все петли изнаночными. Маркер перебрасываем. И сразу после маркера мы провязываем 2 лицевые постоянно и кромочная. Шестой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее 2 лицевые. Маркер перебрасываю. И теперь мне надо провязать все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до маркера. Первую провязываю и вторую петлю. У меня до маркера осталось 3 петли. 1 двойная и 2 обычные. И теперь мы должны поменять петли местами. Снимаю на правую спицу, не провязывая. Первая петля, вторая, третья. Маркер снимаю и четвертую петлю также снимаю, сбрасывая виток. Теперь с изнаночной стороны левой спицы подхватываю вторую, третью и четвертую петлю. Первую петлю не подхватываем. Теперь правую спицу вынимаем из всех 4 петель и подхватываем с лицевой стороны первую нашу самую петлю. Меняем местами вот таким вот образом. Теперь вот эту первую петлю обратно переносим на левую спицу. И провязываем 1 лицевая. Из следующей петли мне нужно вывязать 2. Сначала за нижнюю правую стеночку вывязываю 1 лицевую петлю. Затем за верхнюю стеночку вывязываю 2 лицевую петлю. Далее провязываю 1 лицевая. Вешаю маркер. И далее обратно мне нужно поменять петли местами. Снимаю на правую спицу, не провязывая. Первая, вторая и третья петля. С лицевой стороны подхватываю левой спицей третью петлю. Считаю первая, вторая, третья петля. Теперь правую спицу вынимаю из всех 3 петель. И с изнаночной стороны подхватываю вторую и первую петлю. Меняю вот таким вот образом местами петли. Теперь вот эти вот 2 петли обратно переношу на левую спицу. И теперь провязываем 1 лицевая. Из следующей петли мне нужно вывязать 2 лицевые петли. Сначала за нижнюю стеночку вывязываю 1 лицевую петлю. Затем за верхнюю стеночку вывязываю 2 лицевую петлю. Вот эту вот длинную петлю также мы провязываем лицевой, только смотрите, чтобы она у вас не получилась перекрученная. Далее все оставшиеся петли до маркера мы провязываем лицевыми, маркер перебрасываем и сразу после вот этого маркера мы также провязываем постоянно вот эти вот 2 петли лицевыми. Последняя кромочная. Мы с вами уже провязали 3 раппорта в высоту данной регланной линии, прибавляя петли. У нас на данный момент уже добавилось с вами 6 петель. Далее я буду провязывать самостоятельно. Получается, вот эти 3 первых раппорта мы с вами уже вывязали. Теперь я самостоятельно буду провязывать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раппортов. Всего у меня здесь 13 раппортов. Встретимся, когда самостоятельно провяжем данные 10 раппортов. И у вас на спице должно получиться 38 петель. Я самостоятельно провязала 10 раппортов. У меня сейчас на спице 38 петель. Сейчас эту заготовочку вы примеряете на свою ногу и смотрите, хватает ли вам данной длины, либо вам нужно связать больше, либо меньше раппортов. Я сейчас возьму манекен ножки. И вот смотрите, в растянутом виде вот эта вот заготовочка должна закрывать полностью ваш весь мысочек. Если вы видите, что вам не хватает вот этой вот длины заготовки, тогда дополнительно свяжите еще необходимое количество раппортов. Если вы видите, что вам много, тогда можете распустить необходимое количество раппортов. Поэтому регулируйте под свою ножку на данный момент вот эту вот заготовочку. Я вяжу свои слитки на размер ножки 38. И для моего размера вот этой вот заготовки достаточно.
Далее мы будем вывязывать половину подошвы. Подошву вывязывать будем вот таким вот интересным узором. Узор немножко такой вот плотненький получается. И таким узором мы с вами укрепим нашу подошву. Подошву я буду вывязывать на центральных 12 петель. И по бокам у меня остается по 13 петель. Мы эти петли должны будем убавить. Если, допустим, у вас другое количество петель, оставляйте также на подошву центральных 12 петель. Остальные петли вы убавляете таким же способом, как и я. Получается, мы провязали лицевой ряд, и вот в этом месте у нас находится наша рабочая ниточка. Сейчас у меня идет изнаночный ряд. Кромочную первую петлю я снимаю. И далее вяжу изнаночными петлями. Вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая петля. Далее приступаем к центральной части. Это петли нашей подошвы. Провязываем изнаночными петлями первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Между одиннадцатой и двенадцатой петлей я вешаю маркер. И далее двенадцатую петлю и тринадцатую я провязываю одной изнаночной петлей. Вязание наше переворачиваем. И далее первую петлю я снимаю. Она у нас как кромочная. Маркер перебрасываю. Далее вяжем. Вторая лицевая петля. Третья изнаночная. Четвертая лицевая. Пятая изнаночная. Шестая лицевая. Седьмая изнаночная. Восьмая лицевая. Девятая изнаночная. Десятая лицевая. Одиннадцатая изнаночная. И здесь между одиннадцатой и двенадцатой петлей я вешаю второй маркер. Далее после получается маркера две петли вместе, вот эти вот двенадцатая и тринадцатая петля, я провязываю одной лицевой. Вязание наше переворачиваю, первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю. И далее до второго маркера я вяжу все петли изнаночными за правые стеночки петли. Получается, лицевая петля у меня вяжется за нижнюю правую стеночку, изнаночная петля вяжется за правую верхнюю стеночку. Далее маркер перебрасываем, и сразу после маркера мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной. Переворачиваем наше вязание. Первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю. И далее, чередуя лицевую и изнаночную петлю, мне нужно провязать до следующего маркера. Получается лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная. Только вяжите за правые стеночки все петли. Далее второй маркер я перебросила, и далее мне вот эти вот две петли нужно провязать одной лицевой. Вязание я переворачиваю, первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю, далее все петли до следующего маркера я провяжу изнаночными за правые стеночки, чтобы петли у нас не получились перекрученные. Маркер второй я перебрасываю, и далее я провяжу, так как это у меня изнаночная наша сторона, 2 петли вместе сразу после маркера одной изнаночной петлей. Вязание я перевернула, первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю, и далее, чередуя лицевую и изнаночную петлю, мне нужно провязать до следующего маркера. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так до маркера мы вяжем.
маркер перебрасываю. И так как это у нас лицевая сторона, две следующие петли сразу после маркера я провяжу одной лицевой. И таким образом мы вяжем далее до тех пор, пока у меня на спице не останется центральных 12 петель. Мы должны убавить все вот эти вот боковые петли. Получается, в лицевых рядах мы чередуем лицевую и изнаночную петлю. Сразу после маркера я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. Во всех изнаночных рядах все петли мы провязываем изнаночными. А сразу после второго маркера мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Встретимся, когда у нас на спице останется центральных только 12 петель. Я убавила все боковые петли. И вот таким вот образом у вас должна выглядеть ваша подошва следка. У меня сейчас на спице располагается только 12 центральных петель, это петли подошвы. Если померить на манекен ножки, вот таким вот образом сейчас на данный момент выглядит наш шледок. И мы сейчас будем поднимать петли. С одной стороны мы поднимем петли, и со второй стороны также будем поднимать петли. В сантиметрах длина регланной линии примерно составляет 12,5 сантиметров. Вот эта вот часть, которую мы вывязали стопы, примерно составляет 7,5 сантиметров. Боковая часть реглана примерно 10,5 сантиметров в нерастянутом виде. У нас рабочая ниточка располагается вот с этой стороны. С помощью крючка я сейчас подниму по вот этому вот краю все петли. Получается, из каждой кромочной петли у меня будет поднята одна петля. У меня по вот этому краю сейчас будет подниматься 15 петель. Ввожу крючок в кромочную петлю за 2 дужки, подхватываю рабочую ниточку, и у нас на крючке получилась одна поднятая петля. Ввожу крючок в следующую кромочную петлю за 2 дужки, подхватываю рабочую ниточку, и вот таким вот образом уже вторая петля. И далее получается, из каждой кромочной петли у меня поднимается по одной петле. Далее вот эти вот петли переносим на спицу. Если вы вяжете на чулочных спицах, тогда распределяйте вот эти вот все петли, которые у нас будут подниматься на чулочные спицы. Если вы вяжете на круговой спице, тогда переносите все петли на круговую спицу. Поднимаете, получается, далее петли до конца. Я буду поднимать 15 петель. Я подняла все 15 петель и перенесла на спицу. У меня спица этого же диаметра 3,5 мм, только длину я взяла 40 сантиметров. Если у вас, допустим, нету спицы на леске, тогда можете вязать на чулочных спицах. Смотрите, маркеры, получается, я оставляю. Там, где они располагались у нас, там они у нас и остаются. Получается, у нас между маркером располагаются 10 петель. Вот эти вот петли кромочные, первая петля подошвы и последняя петля подошвы, в наш узор они не входят. Получается, только 10 петель мы будем далее вывязывать вот этим вот узором. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее 3 лицевые петли. И далее до маркера мы провязываем все петли изнаночными за правую стеночку петли. Я довязала до маркера, маркер перебрасываем. И у нас узор наш получается в изнаночных рядах все петли провязываем изнаночными. Поэтому все остальные петли, которые располагаются на вот этой вот спице, и вот эта вот последняя петля, которая идет после маркера, мы провязываем изнаночными петлями, только за правую стеночку петли. Все петли, получается, я провязала, и теперь по вот этому вот краю мне также нужно поднять 15 петель. Смотрите, вводим крючок с лицевой стороны на изнаночную, подхватываем рабочую ниточку и поднимаем вот таким вот образом петли.
В следующую кромочную петлю вводим крючок с лицевой стороны на изнаночную. Подхватываем рабочую нить, подняли вторую петлю. Далее обратно вводим крючок за две дужки кромочной петли с лицевой стороны на изнаночную. Подхватываем рабочую нить и вот таким вот образом поднимаем все петли. Видите, вот эта вот кромочная косичка уходит на изнаночную сторону. С лицевой стороны все красиво и аккуратно. И так далее вы поднимаете все петли. В моем случае это 15 петель. Далее вот эти вот все петли, которые мы поднимаем на крючок, я перенесу на нашу рабочую спицу. Первую кромочную петлю я снимаю и далее провязываем лицевыми петлями до маркера. Далее перебрасываю наш маркер и вяжем, получается, резиночкой 1 на 1. Одна лицевая петля, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. И таким образом мы вяжем до второго маркера. Далее маркер я перебрасываю и все остальные петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. И теперь получается, начиная со следующего ряда, мы будем вывязывать наш реглан по краям слитка. Если посмотреть на готовом слитке, видите точно такой же реглан, как мы вязали по мазку нашего слитка. Только в этом реглане я уже не буду добавлять петли. Смотрите, каким образом я буду распределять петли на боковую нашу часть. Боковая часть состоит у нас из 15 петель. Получается, первая будет петля идти кромочная. Дальше 3 петли мы будем провязывать платочными дорожками. То есть в лицевых и в изнаночных рядах все петли мы вяжем лицевыми. Далее 2 лицевые петли у нас идут. 6 петель это на наш рисунок. И 3 петли у нас уходят на лицевую гладь. Вот здесь вот подошве, когда мы вязали кромочную петлю, она у нас уходит в лицевую гладь. 10 петель подошвы вывязываем узором. Кромочная петля с подошвы также уходит в эту часть лицевой глади. И дальше таким же образом располагаем вот эту вот часть слитка, состоящей из 15 петель. Получается 3 петли лицевая гладь, 6 петель узор, 2 петли лицевая гладь, 3 петли платочные дорожки и 1 кромочная. Мы сейчас будем провязывать первый ряд раппорта узора по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее вяжу 3 лицевые петли. Три вот этих вот петли будут постоянно вывязываться лицевыми, как в лицевом, так и в изнаночном ряду. Далее вешаю маркер. Далее я провязываю 2 изнаночные. И на следующих 6 петлях я вывяжу наш рисунок. Получается 2 изнаночные петли. Следующую изнаночную петлю я должна провязать двойной изнаночной. Ввожу спицу в петлю, обвиваю 2 раза рабочей ниточкой и провязываю, как обычная изнаночная петля. У нас получилась петля вот с такими 2 витками. После такой петли я вешаю маркер. Сразу после маркера мне также нужно провязать изнаночную петлю двойную. Ввожу правую спицу в петлю, обвиваю рабочей ниточкой спицу 2 раза и провязываю, как обычная изнаночная петля. У нас обратно получилась петля с 2 витками. Далее провязываю 2 изнаночные петли. Получается 3 петли до маркера и 3 петли после маркера. Это наш рисунок. Далее провязываю все петли до маркера изнаночными. Маркер перебрасываю. И далее у нас идет подошва. Получается, в изнаночных рядах мы вяжем все петли изнаночными.
Только смотрите, чтобы за правые стеночки провязывались петли. Вяжем таким образом до следующего маркера. Маркер я перебрасываю. Далее провязываем 4 изнаночные петли. На следующих 6 петлях будет вывязываться наш раппорт узора. Получается 2 изнаночные. Следующую петлю мне надо провязать двойной изнаночной. Ввожу правую спицу в петлю, обвиваю рабочей ниточкой 2 раза и провязываю, как обычная изнаночная петля. У меня вот получилась вот такая вот двойная петля. Далее вешаю наш маркер. Сразу после маркера мне также нужно провязать двойную изнаночную петлю. Далее 2 изнаночные. Получается 3 петли до маркера и 3 петли после маркера. Это наш раппорт нашего узора. Далее вяжем 2 изнаночные. Вешаем маркер. И следующие 3 петли мы провязываем лицевыми. Это вот эти вот петли будут постоянно провязываться лицевыми. Последняя кромочная. Получается, мы с вами распределили наши все петли. Далее второй ряд идет. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. До первого маркера я провязываю вот эти вот 3 петли постоянно лицевыми. Маркер перебрасываю. Далее вяжу 2 лицевые петли. И у нас до маркера осталось 3 петли. Одна двойная петля и 2 обычные. Я начинаю перекрещивать петли. Снимаю 4 петли, не провязывая на правую спицу, сбрасывая накиды. С изнаночной стороны подхватываю левой спицей 2, 3 и 4 петлю. С правой спицы все 4 петли я снимаю. Теперь правой спицей я подхватываю вот эту вот первую петлю. И вот таким вот образом я перекрестила наши петли. Далее вот эту вот первую петлю я возвращаю обратно на левую спицу. И теперь провязываем 1 лицевая. Получается, прибавки мне делать никакие не нужно. Поэтому я провязываю без прибавления петель. 2 лицевые. Далее вешаю маркер. Следующие 3 петли мне также нужно перекрестить. Снимаю, не провязывая на правую спицу, 3 петли. С лицевой стороны подхватываю 3 петлю. 1, 2, 3. С правой спицы снимаю все 3 петли. И подхватываю теперь правой спицей 2 и 1 петлю. Меняю вот эти вот петли местами таким вот образом. Далее вот эти вот 2 петли перенесу на левую спицу. И теперь провязываю 3 лицевые петли. Смотрите, чтобы вот эти вот длинные петли легли ровненько, не были перекручены. Далее до следующего маркера я провязываю все петли лицевыми. Маркер перебрасываю. И получается у меня по лицевой стороне, как мы помним, наша подошва вяжется 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И таким образом мы вяжем до следующего маркера. Далее маркер я перебрасываю, провязываю 4 лицевые петли. У меня до следующего маркера осталось 3 петли. 1 двойная и 2 обычные. Теперь я начинаю перекрещивать наши петли. 4 петли я снимаю, не провязывая на правую спицу. Маркер пока что сниму. Сбрасывая накиды. Теперь с изнаночной стороны подхватываю левой спицей 3 петли. 2, 3 и 4 петлю. Снимаю с правой спицы все 4 петли. И вот эту вот первую петлю с лицевой стороны переношу на правую спицу. Перекрещиваю вот таким вот образом мои петли. Теперь вот эту вот длинную петельку переношу обратно на левую спицу. И теперь провязываю 3 лицевые петли. Возвращаю наш маркер.
Снимаю, не провязывая, на правую спицу 3 петли. С лицевой стороны подхватываю третью петлю, считаю первая, вторая, третья. Снимаю с правой спицы все 3 петли и с изнаночной стороны подхватываю правой спицей. Вот таким вот образом у меня петли поменялись местами. Теперь вот эти вот 2 петли я перенесу на левую спицу. И теперь провязываю 3 лицевые петли. Далее 2 лицевые. Маркер пересниму. 3 лицевые. И кромочная. И теперь, чередуя первый изнаночный ряд и второй лицевой ряд, мы провязываем далее. Никакие петли мы с вами не прибавляем. Давайте еще раз вот эти вот 2 ряда мы с вами провяжем. Далее будете провязывать самостоятельно. Получается, третий ряд у нас вяжется так же, как мы вязали первый ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю. До следующего маркера все петли лицевыми. Маркер перебрасываю. Далее вяжу петли изнаночными, не довязывая одну петлю до маркера. У меня осталась одна петля до маркера, и из вот этой вот петли мне нужно вывязать двойную изнаночную петлю. Маркер перебрасываю, и далее из следующей петли мне также нужно вывязать изнаночную двойную петлю. И далее все петли я провязываю до следующего маркера изнаночными. Маркер я перебрасываю, и далее идут наши петли стопы. В изнаночном ряду они также провязываются все изнаночные. Поэтому до следующего маркера я провязываю все петли изнаночными только за правую стеночку, смотрите. Далее маркер перебрасываю. Дальше мы вяжем все петли изнаночными, не довязывая до маркера следующего одну петлю. У нас осталась до маркера не провязана одна петля. Из вот этой вот петли я должна вывязать двойную изнаночную петлю. Маркер перебрасываю. И сразу после маркера я также должна вывязать двойную изнаночную петлю. Дальше мы вяжем 4 изнаночные петли, то есть до следующего маркера. Маркер перебрасываю. Дальше 3 лицевые. И кромочная вяжется изнаночной петлей. Следующий четвертый ряд вяжется так же, как мы вязали второй ряд по лицевой нашей стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 3 лицевые петли. Маркер перебрасываю. 2 лицевые. У нас до маркера не довязано 3 петли, двойная и 2 обычные. Снимаю на правую спицу 4 петли, не провязывая, сбрасывая накиды. С изнаночной стороны подхватываю вторую, третью и четвертую петлю и меняю местами с первой петлей. Первую петлю обратно переношу на левую спицу. Провязываю 3 лицевые. Маркер возвращаю. Следующие 3 петли также обратно снимаю, не провязывая. Меняю их местами. Первую петлю подхватываю. 2 следующие петли переношу на правую спицу. Вот таким вот образом. И теперь вот эти вот 2 петли я обратно переношу на левую спицу. Теперь провязываем 3 лицевые петли. До следующего маркера я также провязываю все петли лицевыми. Перебрасываю маркер, и теперь у нас идут петли стопы. Здесь мы вяжем до следующего маркера петли 1 лицевая, 2 изнаночная.
Одна лицевая, вторая изнаночная. И так, чередуя лицевую и изнаночную петлю, провязываем до следующего маркера. Маркер я перебрасываю. Теперь провязываю 4 лицевые петли. У меня до маркера осталось не провязано 3 петли, 1 двойная и 2 обычные. 4 петли снимаю на правую спицу, не провязывая, сбрасывая накиды. Маркер пока что сниму. 3 петли с изнаночной стороны я подхватываю и меняю местами с вот этой вот первой петлей. Переношу первую петлю обратно на левую спицу и провязываю 3 лицевые петли. Обратно возвращаю маркер. Теперь снимаю на правую спицу, не провязывая 3 петли. Подхватываю левой спицей третью петлю. Меняю местами с двумя оставшимися петлями. Вот таким вот образом. Переношу эти петли на левую спицу. И провязываю все 3 петли лицевыми. Далее у меня идут 2 лицевые петли. Маркер перебрасываю. 3 лицевые. И кромочная. Мы с вами вывязали вот таких вот 2 раппорта. И далее, чередуя вот эти вот 2 ряда, один изнаночный, второй лицевой, вяжите далее. Если посмотреть на готовом слитке, вот эти вот 2 раппорта мы с вами провязали. И далее я провяжу самостоятельно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раппортов. Всего получается у меня здесь 11 раппортов. Но вот эта вот величина у всех будет разная. Регулируем ее под свой размер ножки. Смотрите, именно вот эту вот часть. Так вот далее мы будем вязать, пока у меня в сильно растянутом состоянии вот эта вот наша заготовка не закроет полностью всю стопу. После того, как я самостоятельно провяжу 9 раппортов, я вам покажу, как это наглядно смотрится. Встретимся, когда вывяжем вот эту вот всю часть с поворотными рядами. И нам останется связать пяточку. Я вывязала необходимую мне длину именно вот этой части. Смотрите, в этой части я провязала раппортов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Но у всех это будет разное количество раппортов и разное количество сантиметров. Если померить в сантиметрах, это у меня получается примерно вот 8,5 сантиметров. Как определить, сколько именно вязать нужно эту вот именно часть? Я беру манекен ножки, примеряю данную заготовочку, которую мы только что с вами вывязали, и смотрим, хватает нам этой длины или нам стоит провязать меньше, либо больше. Смотрите, в очень растянутом состоянии данная заготовочка должна закрывать полностью вашу всю подошву. Вот так, как у меня. И после того, как мы убедились, что нам этой длины, вот этой вот части, достаточно, и далее мы будем с вами вывязывать пяточку. После того, как мы с вами вывяжем пятку, в таком вот растянутом виде наш следок не будет. Получается, у меня сейчас на спице располагается 15 петель с одной стороны, 15 петель с другой стороны и центральные 12 петель – это петли подошвы. И сейчас мы должны вот эти вот 12 петель оставить, а также, как мы делали вот здесь вот в мыске, убавить боковые 15 петель с каждой стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжем изнаночными петлями. Вторая петля, третья, четвертая, маркеры снимаем по ходу. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая петля, десятая, одиннадцатая,
12, 13, 14 и 15. Мы с вами провязали первую часть петель нашего следка. Далее у нас идет 12 петель, это петли подошвы. Получается, в изнаночном ряду вот эти вот петли подошвы, которые находятся между маркерами, вяжутся изнаночными петлями. Получается, вяжем первая петля подошвы изнаночной петлей, маркер перебрасываем. Вторая за правую стеночку, третья, четвертая, пятая, шестая петля, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Мы с вами провязали 11 петель подошвы. Маркер переношу на правую спицу. И теперь вот эти вот две петли, сразу которые идут после маркера, в изнаночном ряду я провязываю одной изнаночной петлей. Вязание наше переворачиваю. Первую петлю, она у нас будет идти кромочная, снимаю, не провязывая маркер, переношу на правую спицу. И получается вот эти вот петли, которые находятся между маркерами, мы в лицевом ряду провязываем, чередуя одну лицевую петлю, одну изнаночную. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. И таким образом вяжем до второго маркера. Маркер второй перебрасываю, и получается в каждом лицевом ряду я вот эти вот две петли, которые идут сразу после маркера, провязываю одной лицевой петлей. Вязание наше переворачиваю, рабочая ниточка находится перед работой, первую петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю на правую спицу, и далее все петли мы вяжем изнаночными до второго маркера. Маркер переношу на правую спицу, и сразу после маркера в каждом изнаночном ряду мы вот эти вот две петли провязываем одной изнаночной. Переворачиваю вязание на лицевую сторону, первую петлю снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом довязываете до второго маркера. Маркер перебрасываем на правую спицу. И так как это у нас лицевая сторона, мы вот эти вот две петли сразу после маркера провязываем одной лицевой. И так получается, мы вяжем далее, пока вот эти вот все боковые петли мы не убавим. И на спице должно остаться только центральные 12 петель подошвы. Получается, встретимся, когда убавим все наши боковые петли. Я, получается, убавила все боковые петли, и у меня сейчас на спице располагается только 12 петель, это петли подошвы. Теперь мы с вами их закроем. Получается, закрывать мы будем по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующую петлю провязываю изнаночной. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Провязываю следующую петлю изнаночной. Первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Следующую петлю провязываю изнаночной. Первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом мы закрываем полностью все наши петли. Встретимся, когда закроем все петли, у нас на спице останется одна открытая петля. Я, получается, закрыла все петли по пяточки. Вот такая ровненькая, аккуратненькая пяточка у нас с вами получилась. Далее мы рабочую ниточку нашу не обрезаем. Мы сейчас еще обвяжем наш следок по кругу. Если посмотреть на готовом следке, вот смотрите, край смотрится ровненько, очень все аккуратно и красиво. И если вам именно вот в этой части, в этом отверстии следок на ножке сидит не так плотно, как хотелось бы, вы делаете обвязку чуть плотнее, и за счет этого следок у вас на ножке будет сидеть идеально. Все очень красиво и аккуратно.
Поэтому обязательно обвязочку делаем и для красоты, и для удобства. Беру крючок примерно 3,5 миллиметра. Вот эта вот петля переносится на крючок. И сейчас вот таким вот образом будем обвязывать. Пяточку обвязывать не буду. Ввожу крючок в кромочную петлю за 2 дужки. Подхватываю рабочую ниточку. И теперь соединяю эти 2 петли на крючке. Получается, обвязываем столбиком без накидов. В следующую кромочную петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую ниточку и эти 2 петли соединяю. И так получается далее. В каждую кромочную петлю я ввожу крючок и соединяю 2 петли на крючке. Получается, обвязываем самостоятельно вот до нашей пяточки. Таким же образом. Смотрите, с лицевой стороны смотрится все красиво и аккуратно. Я сделала обвязку, получается, по кругу. Пяточку не обвязывала. И сейчас, получается, обрезаем рабочую ниточку и вынимаем вот эту вот нить. Далее этот кончик прячем по изнаночной стороне самостоятельно и обрезаем. Если вам понравился данный мастер-класс по таким вот слиткам, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.